хочу поздравить с наступающим Новым годом моих коллег, руководителей общественных некоммерческих организаций, клуб лидеров НКО, Центр развития некоммерческих организаций, всех жителей нашего города. Наши проекты, направленные на людей с инвалидностью, людей с пенсионного возраста, делают жизнь ярче, интереснее, насыщеннее. И хочу поздравить всех с наступающим Новый год. Пусть Новый год откроет двери в новую жизнь, где есть место только хорошим, добрым событиям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему. Пусть наша жизнь станет лучше, добрее, насыщеннее. И пусть Новый год принесет нам только радость, мир и спокойствие. С Новым годом, друзья!